Итак, на манеж уже заходят наши великолепные тракенинские лошади. Родина тракенинской лошади – это Восточная Пруссия. Примерно середина 18 века порода была образована конным заводом Тракенин. И сегодня это одна из ведущих спортивных пород России и мира. И я прошу жреца вести впереди, кобыл за ним. И по традиции у нас есть конкурс приз зрительских симпатий. И вот он впереди идет сейчас перед трибуны великолепный волшебник. Это Павку Росова, сын большого каприза и вспышки. К сожалению, у нас уже немножко перенервничал, но жеребец великолепный. Дальше, кобыла Этуаль. Вот она, рыжая кобыла идет, аккуратная. Кобыла География. Кобыла Самолитка. Ну что, я, по-моему, вам эти лошади вообще не понравились. Не волшебник. Только понравился, правильно, поддерживать надо. Или рыжая Этуаль. Или География. Не нервничал жеребец и на сравнение завел.